Старейшую в Караганде общественную организацию инвалидов «Лейк Теомир» вместе с городским отделом координации занятости и социальных программ обвиняют в том, что недоплачивали индивидуальным помощникам инвалидов. За два года набежала сумма в 160 миллионов тенге. Почему инвалиды считают, что их права ущемлены, а общественники наоборот, выясняла Людмила Батюшкина. Женебек Байтоков сам инвалид первой группы. Заявление в прокуратуру он не писал, но к нему обратилась группа гемодиализных больных и попросила разобраться, почему в дни гемодиализа их помощникам платят только за 4 часа работы, хотя услуги могли оказываться и 8 часов в день. Кроме того, помощникам не платили за выходные и праздничные дни. Байтоков проштудировал закон и уверен, что они нарушались. Инвалиды ходят в культурно-зрелищные спортивные мероприятия бесплатно. Но если мы берем, допустим, театр Станиславского, то у него мероприятие проходит в пятницу, субботу, воскресенье. Таким образом, существует услуга индивидуального помощника, она оказывается во все дни, но люди не посещают те мероприятия, на которые как бы деньги выделяются. В Караганде больше 1500 инвалидов имеют индивидуальных помощников. Центр занятости оплачивал их услуги через посредника – НПО «Лейк Теомир». Только за последний год государством было выделено на услуги помощников более 700 миллионов тенге. 8% от этой суммы общество инвалидов забирало на оплату своей деятельности. В итоге помощник за каждый час недополучал 21 тенге. За два года ущерб государству оценивается в 160 миллионов. Размер оплаты услуг индивидуальных помощников завышался. Напротив, отделам занятости предоставлялись заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ. Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции начато досудебное расследование по статье 189 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата веренного чужого имущества в особо крупном размере». Городскому отделу занятости и социальных программ рекомендовано заключать договора с помощниками напрямую, хотя, по словам чиновников, закон не запрещает им работать и через посредника. Видите, мы тоже туда не можем же вторгаться, потому что, вы поймите, мы там не участвуем, когда поставщик заключает договор с индивидуальным помощником и с инвалидом. Правилами не запрещается. Для нас, конечно, это огромная работа, это 1500 человек отпустить по городу, обслужить. Председатель общества инвалидов также с обвинениями не согласен. По словам Александра Ивкина, именно его общество 4 года добивалось, чтобы государство оплачивало услуги помощников. Поэтому в 2007-м его и уговорили стать посредником и заняться приемом отчетов от помощников и оплатой. Господа прокуроры тоже бесплатно не работают. Они тоже получают заработную плату. Прокуратуру тоже согревают, и они оплачивают коммунальные услуги. Оплачивают своим дворникам. Почему мы не должны все это делать? Мне это непонятно. Заказчик четко мне написал, выходные праздничные дни инвалид оплачивает за свой счет. Я могу эти письма предоставить. Оплачивать только 4, а не 8 часов помощникам гемодиализных больных предписано министром здравоохранения. Говорит Ивкин, поэтому он и намерен обжаловать в суде решение прокуратуры. Инвалиды, в свою очередь, хотят дальше обращаться в контролирующий орган, чтобы проверили и предыдущие годы работы. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Равиль Валеев, 5 канал.